Торжественный вечер, посвященный Дню Соборности Украины, состоялся в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Одесситы и жители области получили государственные награды, грамоты и почетные звания. По указу президента Украины, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вручил ордена за заслуги и медали за труд и достижения. Почетные профессиональные звания получили работники промышленных и сельхозпредприятий, преподаватели, медики, артисты и художники. Почетными грамотами председателя Одесской областной государственной администрации отмечены Александр Головатюк, участник военного конфликта в Донбассе, и два активиста Одесского Евромайдана, Алексей Губский и Яна Титаренко. Они были среди тех, кто организовал в нашем городе общественную акцию протеста против действий предыдущей власти. Ми стоїмо на порозі великих змін, часу, коли Україна нарешті стане такою, якою хотіли її бачити наші прадіди, квітучі і процвітаючі. Слава Україні! Слава нації! Несмотря на праздничный день, губернатор напомнил о проблемах, разрешение которых является необходимым условием движения вперед, как в области, так и на государственном уровне. Если реально освободить, снизить налоги, потому что налоги непомерные, если реально снизить таможенные тарифы, чтобы таможня полностью работала в белую, сейчас мы ее под палкой, все остальное работает, не брать взятки, но это долго не может протянуться, надо, чтобы система поменялась. Если мы, то тогда у нас будет доходы для того, чтобы поддерживать искусство. Одесса и Одесская область – это не просто нас, главный локомотив, чтобы вытянуть Украину вообще из того болота, куда мы попали, в силу ряда обстоятельств. По окончании официальной части торжественного вечера состоялся праздничный концерт. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».